Напередодні на особистом приеме старшине Гомельского облвыконкама Геннадия Салауя гомельчане узняли питание неприемного паху побач с предприемством Гомельшпалеры. В тот же день инициативная группа разом с представниками уладов, санитарных и экологичных служб наведала предприемство, на котором сейчас запускают вытворчасть шпалер на виниловой основе. Керавництво Гомельшпалеры запевнивает, новая линия будет отповедать усім нормативам, а за обешкоджування выкидов будет отказывать сучасная газоочищающая плазмокаталитичная установка. А зараз проходят пусконаладочные работы. Как известно, у Гомеля литерально у центра города працует еще одно предприемство по вырабу шпалер как на паперовой, так и виниловой основе – «Вимала». С экологичным боком вытворчасти тут проблемы не выявлялись. Выкиды обешкоджывают иным способом – при допомозе печи допальвания. Геннадий Салавей дорушил у короткие термины поравнать эффективность обеих технологий и сделать высновы, которые помогут наладить работу. Посетите два предприятия и сравните характеристику нам посмотреть. Мы изучим эту ситуацию. Я думаю, просто в течение пару дней мы разберемся. Сегодня «Вималу» наведали представники городских уладов, санитарных и экологичных служб. В ближайшие дни будут сделаны необходимые замеры на обоих предприятиях. Сегодня здесь вместе со мной службы, и санитарная служба, и экологическая служба, которые производят замеры выбросов вот на этом предприятии и выбросов на Гомель-обоях. И это даст нам, в общем-то, почву для анализа, чтобы посмотреть и потом намечать уже вместе с руководством предприятия и Гомель-обои, и этого предприятия «Вимала» пути вот дальнейшего совершенствования этой работы. Зробленные высновы лягут на стол до старшини облвыконкама Геннадия Салауя.